Инспекторы Госавтотехнадзора привлекли строительную компанию ПИК к административной ответственности. Причина – нарушение закона о тишине в ночное время суток в микрорайоне Красная Горка. Об этом говорится в сообщении РИАМа в Люберцах со ссылкой на пресс-службу административно-технической инспекции. На шум, который доносится со строительной площадки, пожаловались жители дома номер 6 по улице Гоголя. Сотрудники Госавтотехнадзора вместе с полицией проверили факты, изложенные в их обращении. Действительно, оказалось, что совсем рядом с жилой застройкой в ночное время группа компании ПИК проводит ремонтно-монтажные работы. Нарушители тишины и покоя граждан были привлечены к административной ответственности. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.